Всем привет! Огурец разрезаем пополам и отрезаем тоненькие полоски. Нарезаем на красивые кружочки. У помидоров отрезаем верхушку. И вынимаем мякоть. Нам потребуется яйцо, сыр, крабовые палочки. Солим, перчим, добавляем майонез. Все перемешиваем. Фаршируем помидоры приготовленной начинкой. Из перца горошком делаем глазки. Из зерен граната носик. Одеваем колпачки. В тарталетке выкладываем салат. На них высаживаем Дедов Морозов. Из майонеза делаем помпоны. Получается оригинальная, веселая новогодняя закуска. По желанию можно посыпать кунжутом, белым или черным. Тарталетки можно заменить огурцом. У кружочков вырезаем сердцевину. И выкладываем Дедов Морозов. По желанию из майонеза можно сделать бородку. И получаются вот такие милые, симпатичные дедушки. Кому понравилась идея, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всех удачи и с наступающим Новым годом. Пока-пока.